Незнакомец. Незнакомец является самым таинственным человеком Discord сервера Skype. На затворках Википедии можно узнать, что, да ничего, эту сатью все время правят школьники. Видимо, защищают его, чтобы о нем никто ничего не узнал. Каких-то родителей указали. На самом деле об этой персоне ничего не известно. Судя по ответам в канале «Вопросы», незнакомец разбирается в программировании, но кто такие программисты на самом деле? Слово «программист» состоит из 11, буквально 11, 11 декабря 2001 года. Что же тогда произошло? Вышел видеоролик IT-педии про Windows 11. Это будет обзор презентации Windows 11 с моим мнением. Стоп, вы тоже это видели? Маэстро, перемотайте назад. Остановись. Вот, вот этот кадр. Маэстро, будь добр, увеличь кадр. Это рука. Чья она? Лица не видно. Так же загадочно, как и персона незнакомца. Вот это его ник. Он настолько таинственный, что даже шрифт указывает на его всестороннюю неизвестность. Посмотрим поближе на его профиль в Дискорде. Ага. Вот и первая зацепка. Глаз. Мое мнение, Windows это та еще залупа. Залупа. Ух ты! Из залупы глаза у Джорджа просто огромные. Глаза. Наконец-то мы напали на след. Но что значит эти глаза? Иногда игрокам Дискорда. Выдают роли с глазом. Никто не знает, что это значит. У незнакомца также есть роль муум-колонайзер. Колонизация Луны, Луна. Первым человеком на Луне был Нил Армстронг. Этот свой шаг Нил совершил на экспедиции Аполлон-11. 11, в слове незнакомец 11 букв. В 11 декабря вышел ролик Шевцова, 14. Он терт. Именно в 14 лет Поспелов начал разработку Skype. Погодите, этот парень, он мне кого-то напоминает. Такая же прическа, такая же рубашка, только взрослый Поспелов сменил цвет глаз на синий. Твои глаза. С уважением, с уважением. Такие чистые, как небо. Опять эти глаза. Я поискал информацию про Поспелова в интернете и вот что нашел. У него есть аккаунт в chess.chon, значит он играет в шахматы. Взгляните, аккаунт был зарегистрирован 16 ноября 2018 года. Я нашел в новостях пост с поздравлением 10-летию Скайрима и 6-летию Skype. 10 плюс 6 равно 16. 16-1 равно 15, именно через столько минут будет релуд. И примерно столько времени длится половой акт Светланы. Твоя мама пиздец, она сексуальная. Я тебе сексуальная. Я тебе уже трахаю. Твоя мать, Полина, давай, ну куда? Куда? Схватывай, твоя мать, Полина. Так что, девочки, кидайте ножки мне в ЛС. Так, о чем это я? Так, о чем это я? А, да. Какая еще Светлана? Извини, парень или девушка, который смотрит это видео, как тебя зовут? Ну же, произнеси это вслух. Ну я жду, повтори. Неважно. Также и неважно вся эта заваруха с конспирологией. Не нужно раскрывать эту тему. Слава Украине и свободу Навальному.